Его с двух сторон уже окружили. Он увидел дверь и пытается драться. Зигзаг, естественно, не проверяется в этой ситуации. Байт сработал. И попытка принять длину уже начинается. Шикарный хедшот от Зайву. Второго забирает при попытке пропустить. Третьего забирает по акции. И Элиан так и не разменял в этом эпизоде. Команду Энтропик просто съели в этой ситуации. Элиан дерется до последнего, знает то, что один прошел на машину, но поздно, поздно, слишком много игроков дефенса, чтобы здесь как-то разыгрывать. Эйс от Зайву, друзья, это Эйс от Зайву в соло останавливает...